Дорогие друзья, разрешите представить вам арбалетную поляну, где мы сейчас находимся, где отдыхает народ. Вот как это все выглядит. Вот такие юные стрелки у нас растут. Вот так народ отдыхает. Все у нас красиво. Вот сама позиция для стрельбы. Так, кто тут у нас? Александр Анатольевич юстирует оптику на Трайденте, по-моему. Стрелы неплохие. Так, Анатольевич, что у тебя на очереди-то? А, я вижу, америкос какой-то висит. Хорошо. Поляна живая. Так, Саша. Саша, как обычно, на дальняк. Сейчас попробуем найти его мишень. Вон она, самая дальняя. Отлично. Это 40 метров. Разминочка. Смотрим. Так, любители традиционного лука. Елена Львовна. Дистанция 12 метров. Так, ладно, будем тренироваться. Павел Валерьевич, ну это посерьезнее машинка. Дальности другие. Где-то 20 метров. Да. Да, да. Выходим в лес. И вот что хотелось вам показать. Вот такие зверюшки у нас появились. Очень интересные зверюшки. Кабанчик. Кабанчик, красивый кабанчик. Рядом лисичка. Зайчик. Куропаточка. Ну и ворона. Ворону сделали для прикола. Материал наш. Очень интересный материал. Испытывался в течение всего лета. На пробой держал хорошо. Вот, решили изваять для испытаний вот таких зверей. Ну, как вы поняли, вы находитесь на месте, где происходит стрельба под названием Арбалетная поляна. Вот, я основатель клуба Прудников Игорь Валерьевич. Клуб находится на территории конно-спортивного комплекса «Фаворит» в городе Подольске Московской области. Вот. Итак, о мишенях. Причина, побудившая нас на такое творчество, неудовлетворительное качество 3D-мишеней, представленных на рынке другими производителями. В первую очередь, ну, неоправданная завышенная стоимость. Анатомическое сходство и окрас зверей не всегда соответствует аналогам. Неустойчивость мишеней при попадании стрел, то есть крепление на земле. Металлический каркас внутри некоторых мишеней портит просто стрелы. Все это неправильно. Вот все эти отрицательные качества в наших мишенях отсутствуют. Материал, использованный при изготовлении, является интеллектуальной собственностью, защищен патентом. Вот. И стоимость наших зверей в 2-3 раза ниже получилась, чем те, что на рынке. Прежде чем сделать сами мишени, мы испытывали наш материал на устойчивость к пробою, технологичность и добивались низкой себестоимости. Для полевых испытаний изготовили зайца
И в течение пары месяцев расстреливали его почти каждый день из луков и арбалетов. Вот. Аппараты с усилием 50-60 фунтов. Вот. Модели БР, Тенпоинт, Интерлопер, Булмастер, ну и прочие. Дистанции от 20 до 50 метров. В конце указанного срока стрелы стали пробивать, конечно, его насквозь. Но на вылет ни одна стрела до сих пор не прошла. То есть материал получился достаточно устойчивый. Вот, приблизительный настрел мишени того зайца при испытаниях, ну, где-то до 1000 выстрелов. Вот, благодаря оригинальной подставке мишень устойчиво стоит на любой поверхности и не падает при попадании стрел. Нами подготовлена линейка образцов для производства и продажи. На данный момент изготавливаются куропатка, заяц, лиса, кабан, сигалеток. Вот. Ведутся работы по подготовке к производству взрослого кабана, волка, рыси, тетерева, глухаря и других зверей и птиц. Анатомия изделий и внешний вид доводятся до 100% соответствия с живым аналогом. Кроме использования на стрельбище, наши 3D-зверюшки могут оживить любой ландшафт дачи, дома, садового участка. Приобрести наши изделия можно через фирму Mine Hunter в городе Москве или на арбалетной поляне конноспортивного клуба «Фаворит» города Подольска. Ждем ваших отзывов или предложений. До новых встреч!